Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Алекс Киндер Тойс. Давно не было на канале Свитбокс Микса, сегодня это исправим. Откроем 10 разных серий. Ставь лайк и поехали. Начнем со второй серии Enchantimals. Мармеладик. Но нас больше интересует игрушка. Встречайте продолжение коллекции Enchantimals. Клуб стал больше, знакомьтесь с новыми волшебными подружками и их любимыми зверюшками. Большая коллекция, 10 игрушек, 5 подружек и 5 зверушек. Уинсли Вульф и Троппер. Уинсли спокойная и наблюдательная, вместе с Троппером любит изучать астрономию. Ночью они с удовольствием смотрят на звезды, составляя карты созвездий и, конечно же, воя на Луну. Волчья стая. Прикольный белоснежный волчонок. Фигурка бархатная. Вот правда хвост у этого волка совсем не волчий, а какой-то беличий. Может, в родне у него белки были? И теперь такой хвостик достался. Качество игрушки отличное. Гадкий я. Миньоны – добродушные желтые человечки, живущие в поиске захватывающих приключений. Всего их 6 штук. Том Стюарт, Тим, Карл, Фил и Джерри. Попался Том. Есть лабиринт. Гавайская вечеринка продолжается. Том переоделся в знойную красотку и танцует. Юбка у него из пальмовых листьев. Прикольный бюстгальтер из половины кокосовых орехов. На голове венок из цветков. Фигурка пластиковая стоит на подставке. А на подставке даже есть оттиск миньона с коктейлем. My Little Pony. Добро пожаловать в удивительный мир пони, где дружба – это чудо. Собери друзей из волшебной страны Эквестрии. Все в коллекции 10 игрушек. Сумеречная искорка – очень умная пони, прирожденный лидер. А почему сумеречная искорка такая умная? Да потому что она читает много книг. Смотри, какая стопка у нее на прикроватном столике. За спиной у нее 2 крылышка сложены. Смотрится прикольно. Фигурка пластиковая, очень пушистый хвостик и грива. Есть розовая прядь и прикольный ветвистый рог. Качество игрушки отличное. Дальше у нас будет щенячий патруль. Команда отважных щенков-спасателей, готовых прийти на помощь по первому зову. Даже самая сложная миссия им нипочем. Собери команду храбрых щенков, только вместе они преодолеют все препятствия. Рокки, Скай, Гончик, Маршал, Зума и Крепыш. Рокки – смелый, сообразительный щенок-метис. Его девиз – «Даю зеленый свет». Фигурка идет с подставкой в виде лапки. Еще, по-моему, тут должна быть наклейка. Вот она. 2 наклейки на рюкзачок и 1 с эмблемой. Вот здесь клеится. Прикольные костюмы сделали для щенков. Больше всего мне нравится их шлем. Здесь есть эмблема и самое прикольное – прорези для ушей. Чтобы щенкам было удобно. А еще защитные очки. Смотрится игрушка круто. Прикольный хвост у Рокки. Расстроился, как куриная лапка. Неоднозначная коллекция Свитбокс, куклы Лол. 2 игрушки в одной коробочке.
есть вот такие наклейки внутри. Очень маленькие. Встречайте популярный лол из серии «Оппозитив Клуб». Собери коллекцию противоположностей. Старшая сестричка со своей младшей сестричкой. Спайс одета в костюм чертенка, у нее черные волосы, убранные в хвостик. На голове носит красный ободок с рожками. Ее противоположность – куколка Шугар. И Лил Спайс, младшая сестренка Спайс, у нее черные волосы, завязанные в хвостик. Носит красный подгузник. И вот они, две сестренки, младшая и старшая. Мне больше младшая нравится, когда прикольнее сделано. Да и она устойчивая, в отличие от старшей. Старшая на столе стоять не хочет, падает. Уж больно у нее тяжелая голова. Волосы и костюм кукол покрыты глиттером. Смотрится прикольно. Ободок тоже классный. Но вот исполнение. Что это за тонкие фигурки? Сделаны они, кстати, из резины. Я люблю объемные фигурки свитбокса. Дальше мы переносимся в сказочный патруль. Юные волшебницы и их друзья из таинственного города Мышкин. Команда «Сказочный патруль» чутко сохраняет спокойствие города, сохраняя баланс между миром сказок и миром людей. Собери коллекцию сказочных персонажей. Аленка, Снежка, Маша и Варя. Их друзья – кот-ученый, Печалька и Леший. Аленка веселая и очень общительная и говорливая. Юная волшебница по имени Аленка. Не путать с сестрицей Аленушкой и братцем Иванушкой. Ведь она тоже охраняет сказки. Прикольно у нее рыжие волосы, собранные в хвостики. Хорошо сейчас волшебниц на костре не сжигают, как раньше. А то за цвет волос бы ее быстро привлекли куда следует. Вспыш и чудо-машинки. Аксель-Сити – город, где живут удивительные чудо-машинки, в том числе и пикап «Вспыш». У него много друзей – Смельчак, Рык, Зэк и другие. Их объединяет стресс соревнованием. Помоги победить опасного соперника Крушилу, собери команду вместе. Всего 6 машинок. А вот и сам Крушила, постоянный соперник «Вспыша», хочет всегда быть победителем, машинкой номер 1 в Аксель-Сити, но для этого прибегает к нечестным приемам. Тачка разборная. Поставим кабину на место. Монстр-трек Крушила. Всех раздавит своими огромными колесами. Конечно, кроме Вспыша. Его ему никогда не победить. Колеса мощные и крутятся. Номерной знак отсутствует. Зато есть две выхлопных трубы. И два бензобака. А выглядит Крушила очень добрым. Никогда не скажешь, что он злодей. Одна из самых частых коллекций у свитбокса, наравне с Машей и Медведем, Мимимишки. Так, фигурка есть, а где вкладыш? В коробочке отсутствует, в пакетике тоже. Кто-то украл мой вкладыш? Оказывается, никто его не украл, а Соня спрятала за спиной. Какая хитрая. Мимимишки по мотивам забавных приключений веселых медвежат. Кеши, Тучки и их друзей, Лисички, Цыпы, Вали, Сани и Сони. Собери всю коллекцию, узнай любимые увлечения жителей сказочного леса.
10 фигурок. Соня. Енот Соня, как ее брат, немного эгоистка, любит моду и всякие новинки. Когда ей выгодно, она дружит с лисичкой, но использует дружбу в своих интересах. Коварный зверь. А сейчас она решила поиграть в теннис. Правда, вот ракетку маленько погнула. Хотя, скорее всего, это не теннис, а бадминтон. Качество игрушки отличное. Очень яркая расцветка. Напоминает мне прической Пинки Пай. Фигурка стоит на устойчивой подставке. Леди Баг и Супер Кот. Школьница Маринет обладает невероятными способностями. Она превращается в супергероиню по имени Леди Баг и борется с самыми коварными злодеями Парижа. Защищая город, ей помогает таинственный суперкот и друзья. Собери всю коллекцию. Небольшая серия, 6 игрушек. Бражник. Самый главный злодей. Вот такая картоночка. Дополняет коллекцию. Вставляется она сзади. Подставку. А вот и сам злодей. Очень мне напоминает Фантомаса. Серьезный мужчина в костюмчике опирается на трость. Не, он действительно вылитый Фантомас. Стырили идею. И у меня осталась последняя коробочка. Буба! Всего в этой коллекции 9 фигурок. По мотивам мультсериала Буба, Буба – причудливое маленькое существо, обожающее исследовать окружающий мир. Буба легко заводит друзей, которые помогают ему в необычных интересных ситуациях. Собери всю коллекцию. Гуга – амазонский попугай, шумный, очень активный. Забавные имена у персонажей этого мультика. Буба, Лула, Гуга. Мультик, похоже, для самых маленьких. Смотрите, как перышки классно сделаны. Хорошо детализированы. Как будто объемное все. Гребень у него классный. Еще бы как ирокез сделали, было бы супер. А вот взгляд у попугая какой-то глупенький. Но в целом мне фигурка нравится, качество великолепное. Может же иногда свитбок сделать классные фигурки, а иногда халтурит. Вот такие классные игрушки мне сегодня попались в Sweetbox Mixi. Обожаю такие распаковки, так как всегда можно быть уверенным, что большинство игрушек будут отличными. Надеюсь, вам тоже нравятся такие выпуски. Какие из этих серий у вас уже полностью собраны? Какие фигурки понравились? Напишите в комментариях. Всем пока, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями, ставьте лайки и пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью чайку с мармеладом.